Да, не продержимся мы здесь долго. Ой-ой-ой. Нормально долбит. Попробуйте через землю по ним дальше понять, отвлеклись. Подожди-ка, куда они стреляли? Я не понимаю. Ой-ой-ой, Диана, в дальний угол, в дальний угол. По-моему, вообще, да? Вообще жесть. Долбит как надо. Под обстрелом. Прям возьмем тебя. Ага, ага, долбит, долбит. Ай, кловсы-то я все оставил в том ящике, ё-моё. Тут даже спальника не положить. У меня 188 кловсов. Да вы меня радует, ты не здесь находишься, ёпта. Так, я побежал. Тут есть ящик, где есть кловсы на бинке. Где, 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 где? Кловсы были здесь? 9. Тихо, тихо, тихо. 9? Так, жалко одежду здесь рвать нельзя. Ой, летит, летит, уходи. Ой-ой-ой. Или это наша уже? Это наша. О, тяжелая, артиллерия подошла. Артиллерия, блядь. Убегает. Долбил. К этому долби, долби. Минус. Минус, минус. Один убегает куда-то вверх. Это наши, нет? Я его, я бегу, я. Все, все. Вон они, да, все за этим, за снежиной этой. Вон вниз пошел, к берегу. Отступают к берегу. Они прямо к берегу ушли, один далеко на холме. Ай, надо их дожимать. Сейчас я спрыгиваю. Давай, давай, красный нас палит. Один, красный там. Да какого хера я не могу залезть на потолок? Твою за ногу. Жмите и жмите. Блять, надо отогреваться. Виталий, право. Диана, кто это? Минус. Все, отлично. Отлично. Так, сейчас я кловсы заберу. А, их нет, нихера. Это я. Отстреливается справа. Давай, 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 отходи. Я подхожу. Нормально. Ой, сзади крыса, блядь! Там красный. Крыса внизу находится возле берега. Диана, убей, блядь, его. Диана, ебаный в рот. Я ж сказал, я подошел. Так, где она? Внизу, 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 прям возле реки. Меня возле стреляет. Реки. Куртка. Какая цвет? А, да хер, копейник у него. Пиздец. Меня слили нахуй. Диана, нахера ты меня получила? Бля. Я слил, я сижу возле костра. Ну так ебать, меня-то стреляют. Я еще живой. Да хули ты живой? Блядь, все, меня зажимают сбоку. Все, 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 я на подходе. Да что здесь откидывает-то, блядь? Иду. Ну, конечно, если меня попадут, мне труба, потому что у меня только мясо было. Блядь, как я этого чувака не заметил? Вообще жесть. Хотя друг друга за скалой все лутают. Они лутаются, что ли? Походу, но я двоих минусанул точно. Это очень херовая стана лутается. Я бы стрелил одного, просто я спросил, кто в воде сидит. Все, все, уже поздно. Ты не поржёшь. Это он по тебе шмаляет? Да. Что бочку лутает? Минус. Красавчик. Все, минус, да, три минус. Иду, 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 обхожу там его. Там же, давай. Аккуратнее, аккуратнее. Наранил его. Ай-яй-яй, беги. Блять. Беги, 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 беги. Ой-ой-ой. Все, стой там. Он стой преследует. Там. Нет, нет, нет. Он тоже, наверное, раненый. Обхожи его слева. Подожди. Он своему другу помог наверняка. Нет, я его наглухо ебал. Не-не-не, там лежал один. Отступает, отступает. Ага, шмаляет. Лекаюсь. Спали его по выстрелам. Я бегу, но у меня только лук. Так, 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 он здесь, здесь, здесь. Где он? Вижу. Так, этих надо лутать. Лутать, я иду дальше за ним. Так, куда бежать? К дому нашему на воде. Понял.
20 мяса, отлично, бинты. Аккуратно, только не подлезь, только не подлезь под него, понял? Чтоб он тебя не ёбнул конкретно. Так. Сука, минус 3. Дай мне пуховик. Блять, минус 10. Так, мясо. Так, все, ботинки нормальные одел. Так, все, вторые подходят уже, отступаем. Давай, давай, давай. Стволы надо с этих мудаков собирать. Аптечки есть у них, нет? Нету, только мясо. Жим обороны. Давай, давай. Пиздец. Я их придержу, отходи, лут, лут смотри. Я уже там вижу вас. А, нет, это не вы. Это столбы. Смотри с них, да, лут. Это я. Да я же. Это ты был? Боня. Давай, давай, давай. Гандонь, молодец, красавчик. Сука, что у меня за день сегодня там такой? Там еще один, смотри, был. Най, лекаюсь. Я его не могу облутать, он в воду упал, я замерзаю. И тут хер с ним. Я подбегаю, где кто? Наши все, возле костра. Их прям под пины обошел все. Ух ты ж тут, блядь, красавчик. Ништяк. А эти где? Калаш. Ой, по мне стреляли. А, Дианка, ты в желтой перчатке? Да. Ёбаный в рот, а. Ты хули тут делаешь с этой стороны? Да я трупы ищу тут. Томпсон у кого? Забрал патроны на калаш, на болт, отлично. Это я бегу, не стреляйте. А кто у нас возле воды стоит прям? Это я ултаю. Ага. Так, знаете, кому патроны на калаш нужен, болт? Блять, мне патроны не надо, у меня все есть. Мне нужен дюзин плэн. У меня на Томпсон только 15 патронов и все. На Томпсон патроны 59, айда в будку. Давай, давай. Я ящик скину. Я. Давай, у меять. Меня на калаш 9 патронов и все, и забыл. Я на дозор пошел. Все, смотрите, смотрите, там ящик. Одежда кому надо, нет? А что тут упаков так мало? Блин, их же должно быть больше. Я возле костра, блин. Лекарь, есть какие-нибудь? Нет, у меня только бинты, блядь, и то мало уже. Нихуя я этих двух слил, они думали, что я... Мясо вам сейчас дам, 12. Так, а где противника был? Там вот здесь дома. У меня плюс нормально, я подрелся. Несу вам 12 кусков мяса. Вы с ящика еще забрали, нет? Патронов 20 на калаш есть у кого? Смотри, кто-нибудь там, на дозор, ящик. На дозор кто-нибудь. Чё, на дозор. Оккупацию снимайте с ящика, я мясо закину. Виталик, скинь оккупацию. Я мясо закинул, лекать. Угу. Все, я пошел дерево добывать. Надо это, дом ремонтировать. Нихера они пол хаты клепали. Так, я отогреваюсь. Я уже даже не знаю, я думаю, надо тогда, может, подальше дом отнести. Да, надо уже, блядь, другой строить, я думаю. Потому что они вклепали и вклепали все эти пилары, которые внизу, там опять 3 часа плавать придется. Надо забирать оттуда ресы. И идем тогда немного в другую сторону. Давайте, забирайте, потому что на дозоре будет. Блять, ну отбить так будет ништяк. Ну да. Сколько их было? Тройка, да? Так же? Ну я двоих минусанул, потом... Ну мне кажется, что их было четверо, потому что двое четверо были на пристройке, и двое меня на речке встретили, когда я прям на них выбежал. Ну да, двоих мы заглушили, и двое еще остались на скале. Четверо было их. Ну да, так вот отбили, нормально. Так. Значит, сейчас я сделаю билдинг плен. Нету, кстати говоря, ни у кого билдинг плена. Пошли в труп, может, найдешь? Нет, трупов я не было. Я трупов смотрел, там нету. Ну и бегу, он на меня бежит, я его в упор сливаю. Второй на меня смотрит, думал, свой подбегает, в упор второго сливает. Сука, облутать. Хера ты вообще шпион. Облутать не успел, он только воду уебался. Да ладно, они фундамент вынесли, нихера они отморозили. Да ладно. Но. А чё, лут хоть такой? Главное, что шкаф наш стоит же. Да. Так, надо найти новое место, которое под стройку. Ой, блядь, вон залез. Хорошо, я делаю, короче, сейчас залазим в дом, забираем оттуда лут и уходим отсюда. Костер гасим. Потом скоординируйте меня, я выпустил. Угу. У меня 640 топлива еще с собой. Со мной залазьте, кто у костра.
Куда залазить? Бегу. На пристройку. Но выплывать придется обратно. Всем? Всем, всем, да. Все? Да. Так, стоп. А, так запрыгнуть? Угу. Все. Вниз. И вот так, блядь, ящики-то не вынесли, не вынесли, нормально. Забираемся с ящиков и уходим. Ты тоже, Тер, с нами пойдешь. Как мы так здесь все залутаем, а я тебе скажу и нихуя обратно идем. Кирок. Ну, это все наш. Это очень хорошо. Сульфурчик, это сколько не жареного. Главное, сульфур забирается, да. Кто не изучил эксплозив, тот изучает эксплозив. Он в моем ящике. Так, что тут, перчатки один. Не, ну а что, они не выходят, наверное, сегодня только днем. Ну они же без брони, наверное, да? Да, ночью да, да. Шатаются. Забирай все, я же сказал, четко, все забираем. Кому надо еще отогреваться, вон здесь костер-то горит. Не, все, я отступаю, я не дома не сели. Все, ну, давай, иди к дому. Дерева ни у кого нету? Нет. Вот это, что у меня 791. Скинь мне, я хочу шкаф поставить и поставить его здесь, где наши ящики, чтобы они еще подрочились в нашем доме. Дайте мне буквально 200 дерева, мне надо, неужели ни у кого нет? Вот бревно лежит. А, вот все, давай, отлично. А, крафчу шкаф. Так, что у меня шкаф-то? 24 секунды еще ждать. Лабер сам какой-то. Что? Ники лабер сам рис. Yes. Ты трупы читаешь? Да. Может, они кого на помощь позвали? Похоже. Поэтому их так много было. Что-то не просто. Хэнкок еще какой-то. Хэнкок, он меня убивал, ну, раза три, наверное, за сегодня. Так, в разных местах. Все, шкаф скрафтил. Иду ставить. Все, авторизовался. Все, вылезаю отсюда и идем путешествовать, выбирать все место. Ну вот и все, по идее, не должен. У меня на 7% в это сейчас ничего не случается. О, у меня 30. Не, значит, вам не надо. Отхожу от костра, у меня минус 5. Ладно, давайте ждем, пока Виталик отогреется. Все, тогда кучи не стоим, распределяемся. Все, в 0. Все, уходим. Костра есть где-нибудь? Дерево заберите с костра. Забрали? Я заберу. Нихера себе у дерева оставлю 600. Нет. Что это было? А, я пристройка? Все, вот так вот вдоль берега и идем. На этом история отряда подходит к концу. Известно только одно, то что они держали путь на юг, проделывая свой нелегкий путь через горы, в надежде на то, что они найдут себе новый дом. Спускаясь по опасным скалам, они держали путь через равнины, переплывая через озера, осматривая попутные дома в надежде найти что-то нужное в их пути. И вот, наконец-то, взобравшись на горы, они увидели пустыню. Встретив малое сопротивление на своем пути, они приняли решение плыть. Чтобы окончательно попасть в пустыню, им пришлось идти через леса. Попав на берег пустыни, они увидели остров, на котором, как ни странно, они обнаружили всего два здания. Взломав основное здание, они обнаружили, что оно уже давно было запустевшим, и в нем ничего уже не осталось. И они решили здесь переночевать. На следующий день они нашли себе место на этом острове и приступили к строительству нового дома в надежде на то, что их странствия окончены. Они отстроили дом, но на этом информация исчерпана. Только им известно, что было дальше. Но есть одна запись, которая утверждает о том, что они все еще живы. Болтовка? Ой, блядь, болт сбоку. Вот по тебе? Да, а, вон, вон, наверху прыгает, смотри, сзади. Сейчас ухожу. Ближе надо. Лекарюсь. Готов. Свалил. А, болтовка моя. Болтовочка. Зря ты, чувак.
Дай ты. Что здесь трете с такого нашего дома? Пошел в жопу. Лутайте. Вот иди. Попробуй, посмотрим. Так. Он вышел на улицу? Да, вон там бегает на балконе. Вижу. Патрончиков во мне чуть-чуть. Он за этим, за косяком. Спрятался между рамами. Так, 3000 дерева. Уже 4, 3, да. 500 металла плавленного. Вон. Оп, прилетело. Так, я поближе пойду. Так, что тебе надо, патронов? Я тебе могу десятку дать. Чуть-чуть. Давай. На. Да все, а что тут делать-то нам? Надо, он все как бы, он и не слезет. Да не выйдут они, что ты решил, что они выйдут? Да, погнали. Дерево нам надо.